Па-па-па, пузырики-пуперики. А, перики-пуперики. Вот это я понимаю, вот это кайф джакузи. После того, как построил эту огроменную Эйфелеву башню с чекулями и пчелками. Бухнуть медика, вот это как раз то, что надо после трудовой недели. Ой. Пырики-пупырики, пузырики-пужирики, ла-ла-ла. Па-па-па. Присоединяйся, котижопик, залезай, тут еще для тебя есть место. И этот и медик тоже еще одна бутылочка есть. Давай, заходи. За медик спасибо большое. Отдыхаешь, значит, да? Да, вот это на фоне Эйфелевой башни. Отдыхаю. В отпуск собрался, да? Ну, типа того, но я очень много работал. Вот башню построил в предыдущей серии, кстати. Да, отдых. Так, а почему у нас вообще снег на территории лежит? Весна началась уже, надо убирать да. на верхнюю полку. Присоединяйся, Кать. Да давай в этой серии мы просто будем с подписчиками отдыхать. Ну, отдых заслужили, мне кажется, мы все. Вот, давай, залезай. Твое полотенце розовое или красное? Красное. Вылезай, вытирайся, пойдем. Я только сюда залез 5 минут назад. Давай ты сюда залезай, свою строкотанцию затаскивай и давай вот это купаться, пырики-пузырики. Тут еще. Нужно идти работать срочно. У нас есть одно незаконченное дело, которое ты мне обещал вообще-то выполнить. И почему ты прохлаждаешься какое? В джакузи? Какое дело я тебе обещал? Какое? Какое? Давайте подумаем вместе. Какое же какое? Я построил тебе в прошлой серии на 8 марта башню. Ты в Париже сейчас находишься. Выживание никогда не будет прежним, потому что у нас в городе огромная башня. Ты чё от меня хочешь, мать? Кошки. Ты от меня кошек хочешь? Мне сейчас родить их, что ли? Я не хочу от тебя кошек. Я хочу, чтобы наши дети жили в чистоте и уюте. Поэтому пошли строить дом для кошек. А можно в следующей серии, пожалуйста, на медик? Давай вот сейчас отдохнем, а в следующей серии построим. Нет, сейчас пойдем строить, пойдем. Вытирайся, полотенчиком, пойдем. Ты когда-то своего вот этого молодого человека оставишь в покое, чтобы я с телочками, с пчелками потусовался здесь хотя бы пару минут, а? Слушай, давай так, мы сейчас идем строить дом для кошек вместе, и я тебе помогаю, м? Так ты меня сейчас отговариваешь или уговариваешь? То, что ты мне будешь помогать, это наоборот отговорки, чтобы я не шел строить, потому что ты помогать не умеешь. Я буду стараться, и ты меня будешь параллельно учить. Как тебе такая идея? Ты от меня не отстанешь, да? Нет. Пошли, значит. Ну, хорошо. Отлично! Я сейчас пойдем покажу тебе отличное место. Я его уже построила. Пойдем. Чё ты построила? Какое отличное место? Ну, я знала, что ты согласишься рано или поздно. Поэтому вот, смотри. Это небольшой островок, на который будет располагаться дом. Я уже все проконструировала. Уже чертежи все сделала. Инженерам отдала на проверку. Все нормально, можем строить. То есть ты хочешь сказать, то, что этот остров, который вот стоит на вот этом, построила ты? Да. То есть ты хочешь сказать, никакой подписчик не заходил на сервер, не помогал тебе это строить? Да я не верю в то, что ты люками все это украсила вот так, чтобы оно красиво смотрелось. Да подумаешь, тут вот это блоки дерева взяли, вот это сюда пришпандурили, чпок-чпок сюда, вот эту землю поставили, здесь же просто все квадраты на квадрате, квадратами погоняй, да тут легко все. Ну, если чпок-чпок, значит, сейчас хороший мы дом зачпокаем. Ну, в смысле, для кошек. Вот, блок на блок. Все, давай. Я готова действовать. Говори, что нужно делать, какие ресурсы принести. Я готова. Ну, тогда запоминай. Прямо сейчас идешь домой, притаскиваешь мне тропические деревья, тропические люки, тропические ступеньки, потом дубовые люки, дубовые ступеньки, потом еще каменные кирпичи, притаскиваешь каменные лючные деревья, люки, тропические деревья, притаскиваешь потом еще мне морские фонари, тропические заборы, потом еще еловые заборы, притаскиваешь мне немножко листвы и еще немножко полублочных деревьев. И, в принципе, вот тогда я начну все это строить. Давай, погнала. Будет сделано. Давай, жду тебя здесь. А где лежат у нас полублочные деревья? В полублочном деревянном сундуке.
Хорошо, сейчас. Давай. Я ожидаю Катю. Так, морские кирпичи, дубовые кирпичи, ветки, заборы еловые, полуоблочные деревья. Да. Так, ступеньки из мраморного кирпича взяла. Тропические тропики тоже взяла. Это морские фонари из морской воды взяла. Кирпичи обычные каменные взяла. Короче, смотри, я все взяла. Я все взяла, ничего не перепутала. А костер взяла? Я забыл сказать, что ты костер взяла. Костер. О, ты знала даже! Так, что мне сейчас надо? Выбрасывай кирпичные ступеньки, выбрасывай дубовые деревья и выбрасывай все! А я начинаю строить, а ты просто поддерживай меня морально. Так, так, подожди, давай я тебе помогу. Это вот сюда держи, вот это ты просил, это ты просил, Ага, да, это спасибо. ты просил. Да, спасибо. Если будет не хватать, я рядом тут стою, у Так, меня все все есть. хорошо. Да, если чего-то не будет хватать, я такой просто свистну там. Катя, Катя сразу побежит и принесет мне нужные предметы, да? Да, я здесь. Смотри, вот здесь тебе помочь. Смотри, вот если я так встану, лучше будет. Хуже. Уйди просто. Хорошо. Если что, помогу. Тебе еще помощь не нужна? Нет, мне сейчас подмостки будут нужны, поэтому сбегай домой, принеси мне подмостки, пожалуйста, чтобы я смог залезть вот сюда. Подмостки. Ты уже принесла подмостки? Я их уже заранее взяла. Слушай, ты у меня такая вот это прям наперед, вот это все думаешь. И так, все нормально Все получается. Нормально, все, больше можешь мне не мешать. Я все дальше сам продолжаю конструировать. Все хорошо. Конструируй, конструируй, тут все. помощь точно не нужна, вот здесь. Я сам решил, принял такое решение, то что кошачий дом у нас будет, ну как ты видишь, сверху. То есть он не двухэтажный, но он будет находиться на дереве. Главное, чтобы киски не выпали. Киски не выпадут, не переживай. Смотри, какая у нас красота получается. И ты, кстати, не знала то, что вот такие деревья, да, у нас могут быть, вот такие, какие я прямо сейчас строю, да? Ну, такие, знаешь, деревянные деревья. А можно мне что-нибудь построить? Ну, я хочу помогать. Смотри, Кать, если взять топор и правой кнопкой тыкнуть по деревянным деревьям, смотри, какая красота у нас получается. Я тоже хочу попробовать. Вот эти три деревья тогда пробуй, вот эти три. Топор. А, у тебя есть топор свой у тебя? Нету, дай Ну, свой тогда я топор. все, тогда я все сам буду делать. Иди скрафти себе топор. Иди скрафти Дай топор. Дай топор. Ты только мешаешь строить. Иди отсюда. Топор. Пока. Крыша, чтобы всегда кошаки были сухие и под дождик не попадали. Катя-бублик! Катюх! Я здесь, я на подмоге. У тебя есть вот эти еловые заборчики? Если есть, позакрывай все эти окна. Еловые заборчики, подожди, я в замешательстве. Еловые заборчики, секундочку. Короче, из тропического дерева. Иди закрывай, короче, вот эти окна, которые там в доме, а я крышу продолжаю делать. Хорошо? А чем закрывать-то? Еловыми заборчиками, Кать! Дубовый забор есть и еловый. Еловый забор. Вот, закрываем. Вот так. Все, я сделала. Молодец. Отдыхай. Два окошка закрыла, всё. Сейчас у нас такой дом для кошаков будет, мать. Даже мы обзавидуемся кошакам, насколько крутой у них дом будет. Ща я тут крышу такую забубенькаю. Вот так вот. Ну слушай, со стороны просто ляпотно выглядит. Ща посмотрим. Вот это да. Вот это курятник на ножке. Просто офигенно. Я сейчас нафиг его снесу и будешь сама все строить заново, хорошо? Да мне нравится, нравится. Что? Все нормально? Так, а вот тут мы поставим мисочку, а вот тут вот лоточек, а вот тут вот игрушки будут, а вот тут еще когтеточку нужно сделать. Да хватит меня уже толкать! Прилетели черти летающие.
Опять они там в небе. Кать, давай, пока они сюда не приземлились, ставь вот эти тропические люки вот здесь на входе. Вот сюда ставь. Ай-яй-яй-яй, как ставить-то? Три штуки как? правой кнопкой ставь, пока они не подлетели. Вот они так, меня... вот так. Да всё. Не сюда, а наверх, вот сюда, вот эти блоки, вот сюда ставь. Ай, ставь сам, я буду защищать нашу честь. Ёханый бабай, ты сама просишь, чтобы я тебе давал какую-то роль, чтобы ты что-то делала, а сама ничего не строишь. Ну не тогда, когда на нас фантомы нападают, потому что мы опять не спали 2 недели. Фонари, давай фонари быстро! Сзади, Катя, сзади! Защищаю! Фонари! Фонари, держи. Все, молодец. Сейчас поставлю фонари, освещу поверхность. Давайте, нападайте на меня, я готова защищаться. Так, защищай. Сейчас я освещу все это поместье со всех сторон. Вот так вот. На! Поджарься, какашка. Он возвращается, Катя, он возвращается! Давай. Один умер, прям в небе сгорел. Давай, иди сюда, на меня, у меня огненный меч во имя котиков, давай. Ну ты, мать, просто защитница семейства, я тебе скажу. Так, все? Или еще остались? Все, успокой свои грозности вот эти. Мне дубовый заборчик нужен, мне дубовые плитки, полуплитки деревянные нужны и костерчики. Так, еловый и дубовый забор. Так, этот есть. Костерчики вот держи. И что там тебе еще надо было? Полуплиты деревянные и дубовое дерево. Вот это? Это люк. Так, тогда не знаю, кажется, я забыл это взять. Ладно, сейчас скрафчу, иди освободи нашу лодку, потому что только что Игорь туда запиндюлился и вот это занял место. Игорек, за проезд передаем. Катюха, Кать, стой на месте, стой, смотри, а если посмотри... Да. Ну давай, чтобы не взорвался, и последний удар... Не взорвется, все. Огненный меч тащит, как-никак. Это не огненный меч тащит, это я просто профессионал. Ну хорошо, не спорю. А здесь мы забабахаем балкончик, чтобы наши котяки смотрели на нас, когда здесь будут жить. Чудесно. Ой, упала. А как мы их затащим туда? Руками, мать, руками на руках! Катюха! Шприц мне в ухо, ну шо? Ты рифмоплёт сегодня, не могу понять. Мне вот эта помощь твоя все же нужна прямо сейчас. Нужна помощь. Я помогу. Иди вот это 3 ведра воды набери, 3 ведёрка воды набирай. Давай быстро, ведёрко воды иди набирай. Блин, это же за ведром надо идти, вот мог бы сразу сказать. И потом, когда придешь с ведёрком, надо будет... потушить костерчики здесь. Не, все же вот это уберу, немножко поменьше сделаю балкон, а то что, как бы для кошаков, зачем такой огромный балкон? Вот так вот, вот это. Костерчики потом потушишь и снизу листву посадишь просто для украшения, хорошо? Листву для украшения, костерчики потушишь, да. Листву потушишь, костерчики для украшения. Листву тушить не надо, листву не туши. Ведерчики для украшения, все, я все запомнила. Так, что, куда? Кого? Давай за мной, где? давай за мной, сюда, наверх забирайся, наверх, перепрыгивай. Ой-ой-ой-ой-ой. Туши костер, туши давай. Раз, подождите. Ой, выбросила собор, улетели, до свидания. 2, 3. Все, а сейчас беги за губкой, чтобы вот эту воду забрать. Иди домой за губкой. Я же только что там была. Ты хочешь мне сегодня помогать? Иди за губкой и заборы тоже подними, которые в океан уплыли. Давай. Тап, освещение, морской фонарь. Опа, вот так, красота. Да не знаю я, где твоя чертова губка. Я все сундуки обыскала. Где она лежит? В печке-то посмотри, она сушится там 100%. Так. В печке? Ну да, где губка еще может быть? Наконец-то нашла, сейчас. Ладно, я же все-таки помогаю, я должна бегать, я должна помогать, я помогатель, я помогатор. Ого, тут все разлилось. А что делать-то надо губкой? Высушить воду здесь на кострах. Так, вот это сушим, сейчас поднимемся. Оп. Я говорю оп. Так, Катя, Спанч Боб, Сквепенс. Оп.
Так, все готово, начальник, принимай. А я здесь красоту сейчас наведу, чтобы у нас здесь вообще красиво было. Типа заросшая у нас крыша будет вот так для кошаков. Будет выглядеть со стороны, как дизайнерское мое решение. И Катина тоже, конечно же, да. А вот, когда вот котов-то вести уже? Когда котов? Котов вести? Ну, в принципе, дай мне, пожалуйста, 2 минутки. Хотя можешь идти и уже их тарабанить. Я сейчас быстренько дострою, можем их сюда заселять. Да, вот, все, 2 минутки, Кать, 2 минутки. Ой, мои родные, дождались, мои кисятики. Ой, семейство, вы полноценное, нормальное семейство. Господи, помилуй. Батончик Иван, любезно прошу поднять вашу задницу и вашего семейства тоже и перетащить все вот эти сраки в новопостроенный дом. Вперед, вперед! Так, дети мои, все, мы переезжаем. Смотрите, чтобы вещички все собрали. Милка, проследи, чтобы у булочки с корицей все было собрано. Батончик Иван, свои труселямбу не оставляем. Квартира съемная, хозяева придут, ругаться будут. Хозяева, все проверим. Хозяева уже вот там за люками сидят и ждут, пока вы отсюда свалите. Все, Чебурак! Мы возвращаем тебе твою законную квартиру, Кать, давай, вытаскивай всех, так, кошаков. Эй, батончик, ты так полегче, будь с котами, ты что, раз, два, все, пойдемте. Чебурак, запихивайся в будку со своей женушкой. А вот и наш красавец какой стоит. Почему всегда у наших детей и животных получаются дома намного красивее, чем у нас вот эта развалюха? Ну, когда-нибудь, может быть, и у нас будет с тобой пентхаус. Так, подожди, у меня еще торжественное событие. Давай, так. Давай красную ленточку, чтобы мы сейчас ее перерезали, давай. Так, вот так, вот так. Это у нас псевдо-красная ленточка. А кто будет резать псевдо-красную ленточку? Давай я один цветок, и ты другой. Пошли. Ну, да, давай. Та-та-ра-та, та-ра-та-та, та-та-та-та, та-ра-та-та. Ага, в итоге сказал, я один, и ты все в итоге цветы поломал. Все, короче, открыто. Ай! Открыто, батончик Иван, не в воду, не в воду. Там рыба-сухопутка, на острове рыба-сухопутка. Все, прыгнула обратно. Батончик Иван, давай за мной, сюда за мной, только в воду не падай. Молодец какой, заходи сюда, я тебя посажу, вот так, подходи, дорогой, вот сюда, садись. Так, а теперь девчоночки следуют, надеюсь, они будут там не грохнуться. 3 девчоночки топают, заходите, девулечки мои, заходите. Цепляй их куда-то на забор какой-то, чтобы они отсюда не выбежали, вот туда к окну цепляй, молодцы, так какие, все, сажай их. Так, садимся, ага, вот так все. Вот. Красавцы вы наши! Слушай, а давай в следующей серии мы сделаем им здесь лоток и мисочку для хапчика, а? Да, то как они тут вообще жить-то будут, да. Куда ходить, вот это кушать, все такое. Как они тут какать будут, поэтому надо сделать. Давай без подробностей, хорошо, без подробностей, это уже состоявшаяся семья, сами разберемся. Все, давай, батончик, булочка, Милка, вот это все, приятного вам ужина, да, все, давай, пока. Слушай, а может вот это дверь им потом сделаем, а то вдруг вот этот мистер Хоппер придет и взорвет здесь все. Вот не поверишь, то же самое хотела сказать. Нужно будет, конечно, им вставить дверь, то как бы личное пространство. Я им потом вставлю дверь, да, потому что они незащищенные получаются. Что я про дверь сказал, вставлю? Я предлагаю нам пойти поспать, потому что фантомы меня уже атаковали эти, конечно. Да, пошли, Кать, переспим давно, не переспаливали. Чего? Не переспаливали давно. Надо переспалить. Давай засандаливайся, переспилим. Можно мне где-нибудь в кровать в отдельном месте просто? Да, можешь на сундуке переспалить там. Вот теперь можно и отдохнуть, пойдем в джакузи. Пошли в джакузи. Пырики-пузырики в задницу, пырики-пырики-пырики-пырики-пырики-пырики.